Александр Брежнев – популярный ютубер, снимающий познавательное видео о жизни в Канаде и Америке. Более 20 лет Алекс провел в этих странах и хочет поделиться с публикой своими впечатлениями о жизни за рубежом. Алекс Брежнев родом из Симферополя. В 25 лет Александр купил квартиру в родном городе, развивал собственный бизнес и даже не думал о переезде за рубеж, но жизнь сложилась иначе. Он продал имущество и эмигрировал в другую часть мира. На протяжении более чем 20 лет мужчина проработал дальнобойщиком в США и Канаде. Перевозя грузы между странами, Александру удалось увидеть не только большие города Америки и Канады, но и познакомиться с жителями небольших населенных пунктов, существование которых значительно разнится с жизнью в столице. Сам Александр Брежнев вспоминает, что его существование за рубежом было вовсе не самым сладким. Порой ему приходилось отказывать себе в необходимых вещах, чтобы заплатить за убогое жилье $500. Проживая в Канаде, в 2011 году Александр решил завести свой YouTube-канал, где планировал рассказывать о жизни в Соединенных Штатах Америки. Блог Александра быстро набрал популярность, ведь мужчина стал рассказывать не о красивых буднях в стране, а о жестокой реальности. Брежнев не стеснялся говорить, почему жизнь в США плоха. Ютубер считает, что его ролики полезны для общества, ведь он показывает людям другую сторону медали. Мужчина предупреждает желающих переехать в Америку о трудностях жизни там. Особенно этот канал понравится тем, кто идеализировал страну в своих мыслях. В 2017 году Брежнев создал второй канал на YouTube, где делится влогами из повседневной жизни. Мужчина рассказывает интересные истории, повествует о своей работе, машинах и вообще делится с подписчиками личными увлечениями. В 2019 году Алекс посетил Крым, в частности город Симферополь. Блогер сильно ностальгировал о родных краях и снял трогательное видео, где поделился мыслями о том, что жить и работать на родине гораздо лучше, чем за границей. В 2020 году Брежнев решил освещать ситуацию, связанную с распространением коронавируса в США. Мужчина рассказывает об отсутствии работы, выплатах от государства и жизни американцев в период всеобщей самоизоляции. Удивительно, но канал Алекса стал настоящим камнем преткновения. Фанаты мужчины с нетерпением ждут новых роликов, чтобы увидеть настоящую Америку, о которой они даже не могли догадываться. Другая же часть людей считает, что Алекс Брежнев снимает ролики по заказу отечественного правительства. Несмотря на такое противостояние, интерес к видео Александра у пользователей сети только растет, как и число подписчиков на канале «Америка наизнанку». Алекс Брежнев счастливо женат. Инна, так зовут спутницу блогера, во многом помогает мужу с развитием канала. Женщина занимается продвижением Алекса в социальных сетях, выкладывает новости в группы, помогает с монтажом видео. YouTube настолько поглотил мужчину, что все свободное время он отдает подписчикам и развитию канала. В связи с ростом аудитории Алекс даже оставил любимую работу дальнобойщиком и посвятил всего себя творчеству. Однако блогер также продолжает интересоваться автомобилями и техникой. Александр Брежнев – знаменитый блогер, снимающий видео о жизни в Соединенных Штатах Америки без прикрас. Своими роликами мужчина призывает не идеализировать страну и серьезно подумать, перед тем, как переезжать в США. На данный момент его канал «Америка наизнанку» насчитывает 592 тысячи подписчиков, а второй канал «Алекс Брежнев» — 270 тысяч подписчиков. На этом все. Спасибо за просмотр.